Доброго времени суток, дорогие друзья. Мы с вами продолжаем играть в симулятор строителя. Так, ну и за кадром мне пришлось выполнить один заказик, потому как не появлялось вот задание, чтобы использовать наш свежеприобретенный каток, который еще, как говорится, не обкатанный, да? Вот, заработал я там 32 тысячи с копейками. Сейчас у нас 64, шестой уровень. Уже вот, ну и появились таким образом у нас заказы, которые подразумевают использование катка. Так, ну и особые заказы, давайте посмотрим. Мы с вами, друзья, переезжаем в город. Наконец-то открывается более большая дислокация нашей деятельности. Вот, ну и в первую очередь, наверное, мы займемся все-таки переездом. Так, ну понятное дело, что ничего мы за это не получим. Вот, поговорить с прорабом, с агентом, опять с прорабом. Вот, и отвезти всю технику, как говорится, на базу в городе. Так, все, беремся мы за это дело. Переезд, как говорится, дело такое. Так, а где у нас прораб? А прораб у нас уже прибыл. Наш незаменимый Петрович. Так, ну здорово, Петрович. Иди сюда, да уже пришел. Что такое, Петрович? Да ты действительно отличный работник. Ну спасибо. Спасибо. Так, думаю, если мы хотим большего, нам нужно расширяться. Естественно. Естественно, нам нужно расширяться. Так, серьезный шаг. Так, разговаривал с риэлтором. Предложила взглянуть на одно место. Взглянем, Петрович, да какой разговор? Конечно, взглянем. Встретимся на месте. Ну давай, встретимся на месте. Оп! Сквозанул уже. Сразу. Петрович у нас материализуется только как не знаю кто прям. Так, и нам нужно попасть. Нам нужно попасть. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Вот куда нам нужно попасть. Ну что ж, давайте возьмем, наверное, малый бортовой грузовик. Потому как добраться туда на такси сейчас не представится возможности. Как говорится, локация еще не открыта. Поэтому поедем. Ух ты! Как это я так? Как это я так? Так, нету никого. Все, ладно, поехали. Даже как путевый поворот включим. Так, а куда я поехал? А я не туда поехал. Ну ладно. Сейчас здесь тогда повернем. Нас, наверное, сейчас поведут через туннель опять. Через туннель и в город. Так, наш желтый. Ну и ладно. Так. Так, давайте-ка выключим. Так, ну что ж ты плетешься так? Блин, сплошная, в туннеле обгонять нельзя, но мы нарушим немножко правила. Уж очень мне не терпится взглянуть на это самое новое место, которое нам... Опа, 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 опа. Стоять! Стоять! Чуть-чуть задел все-таки, а? Да. Бывает. Бывает. Оп! Что же вы все такие нерасторопные? Вы же знаете, что грузовик разогнать трудно и остановить трудно. Нет, что-то телятся впереди. Так, ну движение, смотрите, какое. Движение бодрое, я вам скажу. Так, пока никого нету, может, успеем обогнать, нет? Куда ж ты? Твою ты дивизию, а? Посмотри, что делает. И что теперь прикажете?
что теперь прикажете? Вот, товарища, что ж ты творишь-то? У тебя ж знак там, стоп, уступить дорогу. Ну, ёлки-палки. Так, и мы теперь... База деревня, поставщик стройматериалов. Давайте посмотрим, куда мы поближе можем дислоцироваться. Так, пригород. Это каток наш. Так, к продавцу автотехники. Город, бизнес, район, гавань. Придется, конечно, заплатить, но что делать? Отсюда мы не вылезем сами. И этот там, живой ты, а? Друган. Ух, ёлки-палки. Так. Поставщик стройматериалов деревни. А, то как продавцу автотехники. Ну давайте, за 63. Здесь вроде недалеко. Так, отсюда уже, как говорится, поедем в место нашего назначения. Так, где, кстати, каток-то наш? Что-то я не заметил его. А, он с той стороны, наверное, стоит. Ладно. Не знаю, может, и я был неправ в этой ситуации, но мне кажется, вот мужик выезжал, у него знак, он должен был все-таки оценивать обстановку, что если я даже нарушаю правила, лечу с такой скоростью, то он все равно должен уступить. Но он почему-то посчитал, что проскочит, да? А у меня стаж большой, у меня фиг проскочишь. Так что получилось у нас ДТП. Так. Вот так, 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 так. Конечно, сам ездил как чокнутый, но... Оп. Так, ну давайте уже. Здесь, конечно, нас не штрафуют за нарушение правил, но хотя бы элементарно немножечко все-таки надо пособлюдать. Я так думаю. Так. Куда-то нам сюда. Доступны новые заказы. Так, подожди, Петрович, дай разобраться. С переездом. Уже сразу заказами нас заваливаешь. Так, что ж ты так пролагиваешь-то? Хотя это игрушке свойственно лагать, она лагает даже на самых, что ни на есть, сильных компах. Поэтому, наверное, пересядем мы за руль. Так. Давайте поршнями шевелите, елки-палки, сейчас красный загорится. Ух ты мне. Так, нам налево. Теперь направо. Так, куда ты меня ведешь, навигатор? Чудо враждебной техники. Куда-то ведет. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Ладно, уже проскочили на красный. Значит, проскочили. Так, здесь тоже вроде никого нету. Нарушаем, нарушаем. Ну, не терпится, не терпится. Опа. Поговорить. Насчет переезда. Так, вот они, да? Вот тут уже Петрович. Вот как быстро, блин. Петрович, научи меня так двигаться, а? Чтобы я вот не на машинах ездил. Поговорить с агентом. Смотрите, как он на нее смотрит искоса. Ты кто, говорит, что тебе надо вообще? Здравствуйте, джентльмены.
Здравствуйте, леди. Моя фамилия Минг. Мы созванивались. Я рада, что вы приехали. Нашла отличное место. Так. Расскажите нам, ага. Здесь располагалась компания. Для 24 единиц транспорта хорошо. Так. Аренда 10 тысяч. Ну хорошо. Ладно. Договорились. Так, да, это большие деньги и большая ответственность, но думаю, в итоге мы выиграем от переезда. Петрович, да, конечно, выиграем. Я тоже так думаю. О, и видишь, мне тоже так кажется. Наш работник, как говорится, думает то, что нужно. Так, все. Вот оно. Вот оно, наше новое место. Здесь вот под какие-то агрегаты даже у нас склады есть. Так, оп. Все, ушла сразу. Так, поговорить с прорабом. А прораб уже вон куда. Он уже вон куда, Петрович, перебежал. На место, как говорится, царя. Вышел вот так вот, да? Смотри-ка, это все мое. Так, ладно. Что ты нам скажешь? Я тобой горжусь. Ну еще бы. Так. Игры закончились. Да ладно. Что мы должны платить аренду. А что, мы до этого не платили аренду? Что-то я не помню. Так, в разделе компания финансы, понятно. В конце будет автоматически списываться издержки, ясно. С чего начнем? Перевести автопарк. Ну, давайте перевезем. Давайте перевезем. Так, отвезите бункеровоз, отвезите малый экскаватор. Все, отвезите, отвезите. Так, ну вот я отвез малый бортовой грузовик. Можно так сказать, да? Так, давайте его где-нибудь здесь припаркуем сразу рядом. Ой, я думал, уже Петрович сквозанул куда-то. Так, давайте переместимся в бункеровоз. Так, а у нас же, кстати... фигу там. Хотел сказать, можно теперь... на такси перебросить. Нифига, придется вручную. Придется вручную все тащить. Так, ну, наверное, я нажму на паузу и сделаю это все, как говорится, за кадром. Здесь особо интересного ничего не будет. Так, зацепим вот этот прицеп. Или здесь его оставить, а? Так, в случае чего мы сможем его всегда... Так, стоп. Нет, нам нужно экскаватор же тоже, да? Нет? Ну-ка, бункеровоз. Да, малый экскаватор тоже нужно. Так, поэтому давайте прицеп цеплять. Давайте прицеп цеплять. И экскаватор мы все-таки повезем. Так. Опоры должны быть спрятаны. Как вы с этими опорами? Ой-ой-ой, не то. Я уже забыл, как тут опоры прячутся. Вот как. Так. Все, теперь поехали. Хорошо. Хорошо. Так, стой. Теперь давайте выдвинем вот эти опоры. Точнее, не опоры, а направляющие, дабы наш экскаватор смог сюда водрузиться. Так. Есть такое дело.
Все не так. Ага, так. Вот как-то так, да? Так, нет, мне надо не сесть, мне надо его, оп, закрепить. Отлично. Отлично, задвигаем все вот эти причиндалы. Так, а малый бортовой экскаватор и бункеровоз нам осталось? Ну-ка, бункеровоз и экскаватор. Так, а что нажимать на паузу? Мы, в принципе, все загрузили. Раз этот нам не требует перемещать, то давайте и проедемся. Чего уж там? Чего уж там, как говорится, жать на паузу, а? Так, только, наверное, сядем мы за руль. Ох, как удачно. Сейчас как раз зеленый будет. Так, а ты поворачиваешь. Вот это не фонтан, конечно. Ладно, все, проехал. Хорошо. Хорошо там уживется. У кого одна нога? Так, а смотрите, вес чувствуется. Не так бодро разгоняется с экскаватором наш бункеровоз, как малый бортовой грузовик, да? Так, мышка в сторону. Все-таки вес ощущается. Не дай бог сейчас впилиться, как на том грузовике. Это будет номер. Это, конечно, будет номер. Так, где там тот злосчастный перекресток? Не этот, нет. Вот смотрите, что делает, а? Дождался, пока я подъеду, и начинает выезжать. Слушайте, здесь что-то по дороге в город все такие отмороженные, интересно. Так, не этот перекресток, который сейчас будет, а? Кажется, этот. Да, вот оно, это заграждение. Будем здесь аккуратненько. А то я несся вот... Для кого, спрашивается, знаки вот ставят ограничение скорости там? Да не знаю для кого. Для Петровича, наверное. А то он у нас перемещается, наверное, вообще с бешеной скоростью. Только был тут, раз, уже исчез. Уже он, как говорится, как Фигаро. Фигаро там, Фигаро тут. Вот это, наверное, знаки для него ставят. Чтобы он не так быстро, чуть помедленнее кони, как говорится. Чуть помедленнее. Так. И здесь красный прям. И уже зеленый. Так, экскаватор на месте, на месте. Это радует. Это радует. Так, пешехода не пропустил. Виноват. Вообще неплохо смотрится, да, вот этот экскаватор на этом прицепчике. Чуть навстречку не вылез. Так, и поворот надо выключить, ёлы-палы. Так, тут можно, наверное, притопить чуток. Зеленый. Ну, почти, почти зеленый. Почти у нас все получилось. Так, стоять.
Так, ладно, пересядем все-таки сюда. Отсюда управлять проще. Так, и снова красный, да? И снова красный. Так, нет никого. Поехали. Так, ага. Вот оно наше место назначения, я так понимаю. Так, давайте пропустим уже. Не будем наглеть сильно. Опа! Что же вы такие нерасторопные-то? Так. Есть. Все. Поговорить с прорабом. Ну, давайте поговорим. Он, наверное, там у нас. Давайте подъедем. Скажем, вот, Петрович, смотри. Все привезли, что ты просил. Так, техника перевезена. Что будем делать? Посмотри доступные заказы. Хорошо. Так, во как, малый бизнес. Ачивку нам дали. Новый уровень. Талантливый работник. Первый государственный заказ ждет вас. Прекрасно. Новая база открыта. Во как. Все. Вроде все ачивки нам дали. Так, ну давайте посмотрим. Давайте посмотрим, что нам там новенького. Так, особые заказы. Стадиум. Стадион. Во как. А вот и каток как раз здесь. Вот здесь как раз нам каток и новый и понадобится. Так, так, а здесь, здесь у нас, так, тоже, тоже два заказика с катком. Так, 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 этот недоступен, нужен большой экскаватор. Так, ну, в принципе, можно будет брать, стадион, но дело в том, что каток нам не на чем везти туда. Придется опять за такси платить. Что-то мне это не очень охота. Что-то мне не очень охота. Так, давайте-ка, наверное, за кадром я выполню еще пару заказиков. Прикупим мы с вами тягач с прицепом для того, чтобы каток транспортировать. И в следующей части уже возьмем вот этот вот особый заказ. Я думаю, никуда он от нас не денется. Вот, а на сегодня, пожалуй, буду я заканчивать. Всем, кому понравилось, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. И всем всего хорошего.